Сластолюбец и всесветный жених. В Государственной филармонии Карачаева-Черкесии состоялась премьера спектакля «Дон Жуан» по знаменитой комедии-балладе французского драматурга Жана Батиста Мольера. История о похождении севильского распутника в исполнении актеров Республиканского русского театра драмы и комедии в постановке режиссера из Абхазии Адгураковы восхитила зрителей. Дарья Тендец, премьеры. Премьера спектакля «Дон Жуан» стала настоящим событием, собравшим полный зал зрителей, жаждущих погрузиться в мир страсти и интриг. На сцене развернулась история о вечном искателе удовольствий и сердцееде. Легкомысленный и безрассудный Дон Жуан отличается неукротимой страстью к женщинам. Он преследует, соблазняет их, не обращая внимания на последствия своих действий. Чтобы я женился на ней, я сказал, что связан словом с вами. Как же так, Шарлотта? А вы с ней бесполезно разговаривать. Постановка Адгуракова тщательно продумана от сценографии до музыкального сопровождения. Автор смешивает юмор и философские размышления. В совокупности все это передает глубину и многослойность мольеровского текста. Господина Дон Жуана я знаю насквозь. Нет сердца более непостоянного, чем ваше, сударь. И вы не любите задерживаться надолго в одном и том же месте. Режиссер Адгур Михайлович, он человек легкий в общении и профессионал своего дела. Нам было с ним легко. В спектакле представлены яркие и запоминающиеся персонажи, которые отражают различные аспекты того времени. Классические мотивы в современной интерпретации – динамичное, уникальное представление. Да-да, сударь, подальше! Слишком уж вы распалились, как бы вам воспаление легких не подхватили. Это еще кто такой? Подальше, подальше! Нечего приставать к нашим невестам! Искрометные реплики и движения, костюмы и сценический свет создавали тесный контакт со зрителями. Музыкальное сопровождение от классики до современных ритмов усиливало эмоциональное напряжение. Через различные эпизоды и встречи с разными персонажами поднимаются темы любви, верности, лицемерия и веры. Каждый артист привнес в игру свои эмоции, в полной мере отображая характеры своих героев. Важной частью работы стало взаимодействие актеров и режиссера. Адгуракова впервые работал с нашей труппой. Я никогда не ставил эту пьесу, она мне была интересна. В нем заложены какие-то важные вещи, которые понятны любому человеку, любому зрителю в любой эпохе. Нет особенных сложностей, не было. В основном здесь люди профессиональные, работящие и отзывчивые. Главный герой бросает небесам вызов за вызовом. Сцена, где Дон Жуан столкнулся с последствиями своих деяний, стала кульминацией спектакля и оставила зрителей в состоянии глубоких раздумий. Под бурные аплодисменты провожали актеров со сцены. Первые зрители поделились впечатлениями после премьеры. Я очень люблю нашу труппу, стараюсь ни разу не пропускать. И в очередной раз просто удивительно вот в новом таком свете вот этот Мольер. Я думаю, что это для молодежи будет нести очень большую полезность. Эмоции переполняют, шикарная постановка, великолепная игра. Видно, что сколько труда было вложено в постановку. Считаю, что и актеры, и режиссеры просто превзошли самого себя, самих себя. Честно, до сих пор даже сложно описать это все. Пьеса «Дон Жуан» – классическое произведение мирового театра. Этой постановкой русский театр драмы и комедии Карачаева-Черкесия завершили театральный сезон. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести, Карачаева-Черкесия.